Очень с тобой тут. Но они не виноваты. Потому что если мой ребенок мой смысл жизни, тогда ему жизни нет. Тогда он мою жизнь, тогда я у него его жизнь забираю. Для того, чтобы обеспечивать себе смысл. Тогда я не даю ему жить его жизнь. Потому что, а если он хочет уйти вообще, больше не знаю, вообще перестать со мной общаться, так что? Он не имеет права, он либо она не имеет права этого сделать, потому что он смысл, потому что я смысл жизни потеряю. А как же уважение к праву души выбирать свой путь? А как же про то, что я ребенку эту жизнь отдала для того, чтобы он ее жил, а не меня обслуживал? Я очень про тебя, очень с тобой здесь. Я знаю, меня там рвало на сотни маленьких медвежат. Но просто дети-то мои не виноваты. От того, что я решила на них навешать свои смыслообразующие кирпычки. Нельзя, чтобы дети были смыслом жизни. Это отбирает жизнь у детей. Это не дает им жить свою жизнь без оглядки на нас. Это не отбирает у них свободу.